Я стараюсь успеть зачитать все вопросы. У нас, честно говоря, есть очень непростые вопросы. По крайней мере, некоторые мне сложно зачитать. Вот сейчас Давайте мы... такие, что будут самые полезные, чтобы максимальная аудитория была полезна. Давайте. Ну, времени просто немного, я просто отмену, поэтому. Ладно, я попробую. Как вести себя буддисту, если его государство отправляет его воевать? Ну, смотрите, вас отправляют воевать, скажем. Но, во-первых, не езжайте. Во-первых, не езжайте. Ну, ладно, ну, скажем, не знаю, вас скрутили, посадили. Едете, ну не воюете. Ну вот это за вами не будет кто-то стоять и держать за вас автомат там в руках, правильно? Ну, просто не воюете. На что вы... Как вас могут заставить, да, убивать других? Понимаете, что тем, что вы воздерживаетесь от насилия, что это ваша сила. Это ваша сила на русском и на пали языках. Это ваше благое поведение. Это причина благого перерождения в будущем. Это благая карма. Сейчас и на будущее. И пусть это вам даст силы, держаться силы. И просто, ну, за вас же не будет кто-то стрелять вашими руками, правильно? Просто и как бы, чтобы другие не говорили, вы же знаете, что есть сила, что есть не сила. Вот, посвящайте себя силе, настоящей силе.